От создателей барахолки «Третий километр». Всякая всячина Entertainment представляет. Канал на YouTube. Барахолка распродажа Луганск. Подпишись на канал и купи дешевле, чем у всех. Если не делаешь то, что любишь, перестаешь существовать. Это не сломает ни тебя, ни меня, ни его. Ведь мы команда. Но когда начинается состязание, каждый сам за себя. С этого момента выполняйте все наши правила и не смейте сомневаться. То, что нам предстоит, не запрещено, потому что никто не верит, что такое возможно. Мы даем здесь возможность купить дешевле, чем у всех, и стать победителем состязания. Год свиньи заставит вас верещать. Игра началась. Ребят, всем привет. Ну, короче, тема такая. Этот ролик я записываю уже четвертый раз, но не это главное. Главное то, что у меня глаз болит на максималку, он практически опух и свисает до колен. Это практически ответ на ваш вопрос, где ты нахер был вчера в 14:00, почему был закрыт магазин. Короче, ребят, да, воспалилась, побежал в больницу, все дела там порешал, вот вуаля, и я записываю для вас этот ролик. А спонсор данного видео — наши доблестные дизлайщики и недоброжелатели, у которых горят пуканы. Чем их больше, тем роликов максималочка. Ребят, проведем обзор новинок товара и цена. И также туда же захерачим и аукцион. Короче, все как обычно, спускаемся на максималку в комментарии, смотрим нужный вам охренительный раздел, точнее не раздел, а конкретная категория товара, и заходите, и там ставите только цифры. Не надо там выдумывать, типа, я вот заберу по такой-то цене, я вот по такой. Сразу упростили, максималочка, никаких дальше сложных действий делать не надо, только цифры, больше ни хера. И я, как обычно, с линейкой, да, она алюминиевая, она охерительная, максималочка мне в помощь. Вы же просили, чтобы я вам максимально все это дело взвешивал. Ребят, здесь будет многофункциональный ролик, здесь мы будем и долги отдавать, и подарки раздавать, и людей показывать, которые гуляют по ночи на улице. Короче, все я на максималку вам буду показывать, если что, через плечо. Погнали, ребят. Не, ёпта, а шо? Это же нихера себе, ребят, шинковка. Вы только, ё-моё, короче, вы поняли. Вы закрутили, сюда нахерачили все, что вам нравится. И давай же вот так вот херачить, жопа умыли. Но, чтоб ваши пальцы здесь нихера не стерлись, я обязательно вам даю в придачу вот такую насадку. Да-да. Это вот так насаживаете к херам сюда и херачите. Вы видите, ваши пальцы не стираются. Что немаловажно, к этой шинковочке вам будут еще вот такие две насадки представлены. Есть здоровая дырка, а есть такая под шинковку. Ну, шинковать, вы поняли, да? Все это для вас. Я на максималочку придумал такую тему, чтобы в этом ролике были цены просто ниже, ну ниже некуда. 100 рублей для вас, нихера не жалко, поставлю так, чтобы вам перед глазами это мозолила вещь. Хотите, пожалуйста, ставьте больше, платите меньше. Замерять нечего тут, погнали дальше. А вот это надо, если я вам предложу, вы не откажете. Смотрите, это, короче, нихера себе такая, двумя руками, оп, прижимаете и режете по ходу либо помидорку на несколько частей, либо яблоко, либо арбуз маленький только. Диаметр, да, конечно, ребят, я же теперь с линейкой взвесил, хопа, и 10 сантиметров, нет, внутренняя часть его 9,5 сантиметров. Надо 5 рублей. Пятерик, ребят. Смотрите, непревзойденная вещь. Это, я скажу так, для сыпучих. Она стеклянная. Это, скорее всего, какой-то кобальт, ребят. Да-да-да, советский образец. Крышка выпала, алюминиевая, ничего страшного. Высота, вы спросите. Да нехер делать, ребят. Как же тяжело дался мне этот ролик. Четвертый ролик на 30 минут. Я в шоке. Сколько времени я трачу?
15 сантиметров, это раз. И диаметр, конечно же, посмотрим-ка. 8 сантиметров. Все для вас. Это стеклянная, она натурейшн. Всего лишь 100 рублей. Конечно же, ребят, все то же самое. Вы можете торговаться после завершения аукциона. Можете предлагать нашу цену, но не всегда это работает. А можете выше ставочки поднимать, херачить на максималку и побеждать. Как это было в случае с Романом Кудин. Кудин — это тот человек, который был максимально готов херачить, чтобы победить ту, собственно, самую непревзойденную, ни хрена себе очаровательную с дырками кружку алюминиевую, которая типа, ну как бы, типа друшлачок, что ли. Он делал на максимум все это, и мы, ну, максимально зауважали, потому что человек бился до последнего и победил, и забрал сразу же на следующий день. За что мы ему просто, вот чисто от души в душу, на максималочку, ребят, захерачили подарок в этом пакете. Здесь не просто подарок, подарок — это общий пакет, а там внутри ни хера себе подарков. Короче, Роман, пригоните сюда, пригласите, точнее, сюда свою тёщечку. Она на максималочке, максимально приятная женщина. Мы такие ей раз, а вы такие там раз и раздербанили, короче. Чисто по существу вашим, нашим раздали там все дела. Это ваше. В любой момент, не обязательно сегодня, завтра, послезавтра. Сегодня же суббота. Я, конечно же, понимаю, что у всех выходной, все на даче жарят шашлыки. Какого хера там херня погода? Не, никто не жарит, все дома парятся, отдыхают, все дела. Но тем не менее, в любой момент, абсолютно, специально не нужно тратить, ехать, бензин тратить, время, все дела. Мы же на максималочку, все для вас. А что вы скажете, если я нихера себе предложу вам керамический горшок? Горшок не то, чтобы туда ходить, а именно для цветов. Какой он красивый, а лепка-то какая бомба. Все под старину, смачна, типа хата, все дела, красиво. Нахера я, ага, замерить. Значит, вот так вот, раз. 11 сантиметров. Ребята, у меня, короче, руки не совпадают с мыслями. И они сами что-то там берут, кладут. Вы поняли, да? Думает голова одно, а руки делают другое. Охереть, 12 сантиметров его диаметр. Хотите 50 рублей с таким вот раз и поддончиком? Нихера себе на максималку. Я столько здесь зелени вам наложил. Разнотравие просто. Сейчас такое польется. Куда? Сюда положим, конечно. А что, если я вам предложу мулине? Мулине здесь нифига себе советского образца. Посмотрите, какая охренительная вещь. Вы только вдумайтесь. 5 рублей каждая. Вот, раз, 5 рублей, 2, 3, ой, это мелочь, ну ладно, хезим, так, вот это, повыбирали, все, выбрали, и такие, заберу все по 10 рублей, мы такие, ёпта, стекаем, сидим, охренительно, в 2 раза больше, ну просто на максималочку. А что, если я вам предложу вот это полотенце? Оно красное, оно с декорчиком, такой, прям максималочку тут лепили этот цветок, лепесток, херачили, 80 на метр 60, да банная жопу вытирать на максималку, здесь чего-то 10% и чего-то 90%, я так нихера не понял, но извините, у меня горло уже нихрена себе, значит... Если что, через плечо всего лишь 200 рублей. Ну, максималочка. Новая, конечно. Да, бирки нет, но вот этот вот, который там 10-90 сантиметров, 90%, там, короче, оно типа новое. И нихера себе. Вы, короче, да будете довольны, ребят, чё вы. А вот, смотрите, я, короче, максималочка, ну, как говорится, замерил. Чё там, у нас тут здесь 50 сантиметров, это ширина. И вся его длина этого полотна льняное, замечу. Ох, какое оно хорошее, качественное, советское. А что оно такое, тут невзрачное, тут невзрачное. Ну, это камера передает. Хотя оно, в принципе, в натуре. Я такое гляжу, ну, нихера себе оно, в принципе, такое тусленькое. Вот эти вот края. Короче, белое, хорошее, красивое, 11 метров. Мы загоняем в магазине по 50 рублей за погон. Но для вас всего лишь 35 рублей. Погонный метр, ну, тут 11, типа должно быть 375. Мы такие, херак, и 300 рублей, начальная цена, 300. Это только для вас, только потому что вы наши подписчики, вы наши покупатели, вы наши максимально многоуважаемые покупатели, зрители и публика нашего канала. Ё-моё, ребята, чё? Вот такой, да. Да, носовой платок, да, классный, да, новый. Хотите 5 рублей, пожалуйста. Сейчас как раз самое время сопли вытирать. Ё-моё, какая офигенная вещь. Вы только, опа, взгляньте. Смотрите, опаньки, раз так. Золотая, короче, все красиво. Конечно, диаметр, да, пожалуйста.
У вас, короче, в столе дыра. Дыра, ну как так получилось, да? Мыши загрызли. Но вы такие раз, нихера себе, мне такая вещь нужна 35 сантиметров в диаметре от края до края. Вы такие хлобысь, вот тут дырка. Раз, накрыли дырку, все, дырки нет, нихера себе. Хотите 50 рублей, слайдер этот, опа, тики, раз, хоп, и вазу сюда в дырку умостили. Специально такой борт у нее, и дырку закрыли. Все, максимально держится. Сюда бубликов насыпали, все красиво, максималочка. Ваза 20 рублей. Новая, непревзойденная, советская, ребристая, как презервативы. Вот прямо ну, чувствуется ребристость эта. Нихера себе, какая она цветом. Охренительная, ребят, все для вас. Нихера не жалко. Мы же максимально серьезная организация. Магазин барахолки, ребят. Если что, сейчас пойдем дальше. Плафон. Ё-моё, я, короче, нихера себе через щель гляжу, а там, походу, на один цоколь, да, новый, да, классный, да, 150 рублей, это его всего лишь начальная цена, но она нас бы устроила, даже если кто-то заберет по нашей цене, мы такие, ну, вообще уважуха к нашему покупателю и подписчику, охренительно, ребят, мы все здесь максимально многоуважаемые люди, и когда садимся жрать за стол, то как же мы можем сесть за стол жрать без... Салфетницы 5 рублей. Жесткий пластик. Все красиво. Смотрите, опа, опа. Гляньте. Такой жесткий, да. Хотите, забирайте. Нам ничего не жалко. Что если я вам предложу непревзойденный чугунок с крышкой? Охренеть, здесь же на максималку. Все в эмали, короче, вы поняли? Ну да, бэушный, да, тут что-то куда-то летал, он уже тут что-то подрали. Я не знаю. А знаете, что это? Это, скорее всего, когда, допустим, это ложка. Вы такие помешали зелье, и вот так вот хозяюшка бьет ложкой. А этого делать нельзя ни при каких условиях. Вы же нахер отбиваете, ребят. Ну ничего, эмальку взяли, подкрасили, захерачили. Ё-моё, она новая будет. А, диаметр, да? Да пожалуйста, смотрите, раз, 22 сантиметра. То же самое и крышка. А глубина, даже можно подмываться. Здесь практически на максималку 10 сантиметров. Короче, цена данной вещички всего лишь 200 рублей. Чугунная, тяжеленная, зараза. А что она такая тяжелая, а? Сейчас, куда я ее спрячу? Сейчас. Кули моменту! Сара! Ребят, а вот это вообще, вы такие сидите, молодая пара. А что, сказал, сидите? Не, вы такие лежите, короче. Молодой человек там в жопу умыли, херачит для вас непревзойденное латте такое, да? Хоп, что пенка, он такой еще сюда шить. Пенку сверху надыбал, оп, тащит такой. Ну, на максималку сексуальные два штуки для влюбленных. Вы такие сидите. Опять сказал, лежите, короче. Ну, присели на жопе, короче, сидите в кровати. Максималочка, экзотика, все дела. Абсолютно новые, и цена их за пару, ребят, 100 рублей. 100. Почему так? Молодым везде дорога. Мы для вас. Мы для детей нихера не жалко. Нам для подписчиков нихера не жалко. А для молодых так вообще и подавно. 100 рублей за две штуки. Новая в коробке. Кто хочет, забирайте хоть по нашей цене. Да вы можете поторговаться и забрать товар дешевле. Идемте дальше. Вот те самые долги, которые мы хотели. Значит, а элита, мы для вас, как говорится, в тот момент, когда вы там старт делали ставок, захерачили другому человеку, не по ошибке, а просто на радостях, отписались, а по факту аукцион был не закончен, и мы такие поняли свое, ну, нашу лажу, и решили захерачить вам чайник, ну, немножко такой, знаете, не скажу, что он супер классный, супер модный, но он крышка, не это, хули моменту. С крышкой чайник, такой же разляпистый, как был там тот коростень, но он дулевский, ёперный балет, это ж у всех подписчиков, ребят, кто знает, что это за контора, ну просто отрыжка будет, ёперный балет, нихера себе подарок подогнали данным подписчикам, а за какие это заслуги, спросят они, а я скажу за то, что мы бока делали, и мы за это ответили, это вам. Максималочка, все это в подарок, но нам нужно всего лишь 5 рублей за данную вещь. 5. Вы даете и чайник забираете, абсолютно новый. Я со всех боков заценил, нихера себе. Это все вам бесплатно. 5 рублей, не забудьте. И вот эта крышка,
помню, или я не помню, поправьте, могу ошибаться, но, по-моему, вы брали трехъярусные чайники. Поняли, да? Тогда мы сказали, крышки не было, но мы такие жопой... Мы такие жопа умыли, надыбали в подсобке. Ну, мы же переезжаем, мы такие все перерываем, пересматриваем, что лучше выложить на обзор, и находим эту непревзойденную крышку. Я чешу репу и понимаю, вспоминая, я понимаю, что это ваша крышка, по-моему. Если нет, ну, извините, если да, забирайте. Это в придачу без 5 рублей ваше, а это наше. Но вам 5 рублей вы забрали на подарок. Нихера себе, вот это я захерачил. Дальше. Это башня, джанга, без разницы, детская игра, короче, тема такая. Вот они кубики, вы такие хлобысь, ля-ля-ля-ля-ля, сбросили, цифры увидели, посчитали их до кучи, увидели здесь свою цифру, хоба, и начали методично вот так ее сдавливать туда. Чтобы что? Чтобы с этой стороны ее вытащить, и так каждый кубик, как только кубик дойдет до последнего такого состояния шаткого, шаткой башни, вы такие хоп, вытянули последний, и башня на ком завалилась, тот и победитель. Походу так, нихера себе игра, нихера я не понял, ну короче, наверное, в топку их кинуть, сжечь, и будет максималочка тепла. Идемте дальше, цена 50 рублей для ребеночка, максималочка. Дальше, ребят, а что это такое? А смотрите, какая непревзойденная кружка, ребят, мой чаек. Шикарно все смотрится спереди, да? Но когда вы хлебаете правой рукой, естественно, вы же будете вот так хлебать, то как-то не улыбается постоянно прикасаться к чьей-то жопе, ребят. Вы посмотрите, вот эта кружка, ну нахера, а что, внутри вообще навью? Да, ни разу не пользовались. Если что, ребят, кружка 50 рублей максимум, что мы можем, это для вас, сделать низкую цену, купи дешевле, чем у всех, на максималочку в магазине «Барахолка». Дальше, а что, вот это не надо уже? Смотрите, это же молочник, да, Нескафе Голд, там все дела, ну контора шила, делала там типа... свои такие фирменные заманухи, типа, чтобы за какой-то кусок кофе вы такие раз еще и бесплатно получаете такую херню. Короче, 10 рублей, максималочка, белого цвета, все красиво, без беспорядка. Погнали дальше. Короче, ребят, обосраться и бегать по сторонам. Смотрите, сюда капусту захерачили, максимально чем-то придавили, ну, каким-нибудь прессом. Крышки нет, да, я понимаю, были у нас такие на обзоре, но поменьше, без крышки и с крышкой. Но мы продали, поэтому этот бочонок огромный, он без крышки, вы сюда захерачили и серите круглый день, короче. Охренительная шняга, всего лишь 150 рублей. Шикарная, непревзойденная, я бы даже сказал. Дальше, ребят, долги мы должны отдавать Роман Кудин. А, Кудин уже был. Роман Сачук. Мы там, короче, лоханулись с бокалом. Бокалом пивным. Короче, этот бокал Абалони раз. И этот бокал Абалони 2 вам за 5 рублей. Мы долги отдаем на максималочку. Нам в Новый год идти с долгами, ну как-то нет вообще никакого резона. Поэтому, ребят, это не забудьте. Вы такие пишете. Да, ну там спасибо, типа, ну как бы из вежливости, чтобы другие видели, что нихера себе культурный канал, все дела. Мы такие на максималочку. Между вами, нами отношения, все дела. Вы такие, да, спасибо, обязательно заберу. Там, поняли, да? Чтобы я понимал, что типа вы такие раз и услышали эту информацию. Вот как-то так, да. И дальше, ребят. Такие же бокалы, только уже в продаже. Ребят, смотрите. Опа, черниговские. Черниговские бокалы по 40 рублей за каждую штучку. Да, они такие большие, ну на пол-литра, скорее всего. Хорошие. Они так, я глянул, нихера себе. Что-то, да ну как будто новое, да, ребят. Если что, ребят, одна так вообще на веселее. Гляньте, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. 40 рублей, 2 штуки 80. Хотите, забирайте, все для вас. Нам нихера не жалко. И если что, ребят, на максималочку. Я как бы глаза начал капать. Все красиво, но как говорится... Да, купил там антибиотики, все дела. Но, как говорится, глаз не пися, проморгается. Дальше. Надо вот такая штука. Да, это термокружка, да, она такая максималочка, ну, типа с какого-то банка. Поэтому, ребят, если что, она новая. Хотите, 100 рублей. 100 рублей, все, ходите такие по городу, она теплая такая, все дела. Опа, такие раз, и все нормально. Надо ж так. Оп, опа так, раз. Такие опаньки, нифига себе, а что он хочет нам показать? А это, короче, поняли? Чехол и стакан. Просто-напросто стакан, который будет вам стоить вот этот раз
И два набор всего лишь 10 рублей. Всего лишь это будет ваше. Вы никогда не разобьете, потому что если даже это упадет, оно останется внутри. И вы стекла высыпите нахер в урну. Если что, у нас есть хорошие ведра для мусора, если надо. Дальше. Вот такое точило. Оно советское, оно на максималочку. Если вам это надо, это дюраль. Но здесь в чем беда? Тут все, вот, советское, оно хорошее. Ребят, цена будет 50 рублей, но в чем беда? Вот ручка что-то согнута. Я не знаю, с чем это связано. Так-то все работает, так все крутится. Но, да, цена 50 рублей. А хули, увы. Идемте дальше. Просили. Вот, пожалуйста. Тремпель. Максимально советский, с широкими плечами. Если что, крючок, короче, для галстука, вы такие раз. Все, ну, можете сушить трусы, носки, без разницы. Главное, что сюда можно даже еще штанишечки, ритузики, все дела. 5 рублей. Все для вас. Идемте дальше. Что-то такое, но непонятное для меня, короче, вот так двумя пальцами, что ли, я не знаю, сахар, соль, соль, перец, не знаю, как хотите, может, соусники какие-то, да, там все дела, но что меня больше возбудило, это вот эта дырка, охренительная, практически такая глубокая, ёперный балет, и чувствуется это ГДР-овская шняга, потому что только ГДР делает такие непревзойденные дастиш, фантастиш. 5 рублей. Дальше. А молоток надо, 5 рублей. Но тут уже универсально сделали максималочка. Ручка такая, чтобы не улетал молоток с руки. Если что, хотите, 5 рублей. 5, все для вас, забирайте. И гвозди, которые здесь набиты, они просто вам в подарок, если что. Дальше, ребят, орехокол, 5 рублей. Ну тут вообще все просто, нехер тут долго затягивать. 5 рублей орехокол. Значит, вот этот набор непревзойденный для нашей хозяюшки на максималочку. Опаньки, а это ж нихера себе, раскатывайте вермишельку дома. Впадлу ж ходить покупать готовую вермишель. Сидите дома такие, ля-ля, ля-ля, сигару покуривая, нихера себе, вермишель домашняя. Хотите? Чебуречная. Все, сегодня вы такие на чебуречную перешли. Я, короче, ёпта, раз вот так вот контур чебуреки на высшем уровне. Все, сегодня у нас пельменная. Захерачили. Или какая? Какая разница, пельменная или... Может быть, вареник. Хова, вот так вот нарезали. Это специальная шняга для того, чтобы нарезать кольца. Поняли? И туда дальше че. Все, 5-5-5-5, 3, набор 15 рублей. Оп, раз, хова. Че, я не понял, чеснокодавилка надо? Опа, опа, советская, 2 рубля написано было. Ну вам 5 рублей, всего советская, дюралева, хорошая. Насколько ее, насколько ее хватит, я хер его знает. Ну, короче, пробуйте, если что. А что, я не понял, селедочница уже не нужна? А, 5 рублей, новая, хорошая. Я что, а что, я ее всю проверил, она целая. Хотите, берите, что, пока есть, ребят, потом не будет. Днем с огнем хер сыщите. А надо вам мусат. Ну тут что самое интересное, это не сам мусат. Мусат может говно, а вот эта ручка. Вы такие раз на стамеску насадили. Все на максималочку. 5 рублей и надо, забирайте. Все красиво. Нож. Смотрите, крутил, вертел со всех сторон. Думаю, где ж тут лезвие? С какой стороны оно не тупое? Оно, сука, со всех сторон тупое. Ну вроде как прикинул, по масти это вот так. Хоба, хоба. Мягенькая, да. Нож такой, ну на максималочку по длине. Сейчас скажу лезвие, конечно. 15 сантиметров. У нас, ребят, сегодня, походу, все по 15, если что. Оба, 5 рублей. Дальше, изолента надо. 5 рублей, изолента, новый моток. Вы что, вы вдумайтесь, от чего вы отказываетесь? А хотите, вот эта лодочка была на обзоре, мы такие ля-ля, 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 ля-ля. Херачили ее, короче, 50 рублей, сколов нет, она новая, ну, немножко припыленная. Ну, ничего, водичка смыли. Хотите, не мойте, без разницы, кидайте все сюда. Все красиво, пожалуйста, это будет ваше. Конечно, ребят, ну, на максималочку, а что вы? А что-то, а что вы, вот это соусница. Теперь, если кто хочет, такая соусница будет у наших двух подписчиков. Но что самое интересное, у этих двух подписчиков она есть, но у них нет ограничения при покупке еще следующей. Поэтому будьте начеку, максималочка могут прилететь так, что забрать все это и также за такую цену. 100 рублей начальная, а дальше поживем, увидим. Погнали дальше. Все то же самое. Советская, новая, красивая, коросень, секс, максимум. Дальше. А что такое? К Новому году уже пора, да?
Такие раз бухаете, как же бухалово без хорошего кальяниуса. Вы таки захерачили, максимально задымление оформили в хате, да? Все, максимум расслабона, релаксации. Мы, короче, вам еще угля в придачу, вот так вот сверху. Хотите, все это, весь набор вам обойдется всего лишь 300 рублей. Да вот это тоже ваше будет. Опа, вот так вот. Все для вас, все это будет ваше. Состояние, я такой гляжу, ну нихера себе, оно практически как легкое было. Ну пару раз, может быть, повтягивали и все дела. Та-на-на. Дальше. Хорошо, это не нравится. Берите пепельницу, сигареты, все дела. Оп-оп-оп, хоп, бригада. Гляньте, дырок на четверых. Сели, закурили. Ну тут же ж максимальный секс, Мальборо, все дела. Опа, днем с огнем хер сыщешь. Поэтому ее цена всего лишь 5 рублей. Почему так? Потому что магазин барахолки. Третий километр. А что, если я вам предложу нихера себе стакан граненый советский? Да, у нас их на постоянку. Я почему один? Ну, типа есть. Вы же в курсе, что нихера в садике не принимают кружечки с ручечками? Почему? Потому что отбивают их дети, да? А это раз стакан захерачили, он же нихера почти не бьется. Вы такие понимаете, о чем я? Кто старший в садике? Мамы? Ёпта, вот так раз все пригнали к нам. Раз таки. Мы вам такие по 10 рублей, короче, за стакан захерачим. Хотите? Все, надо там количество 20 штук, да пожалуйста, 30, да пожалуйста, разнобой вообще 50 будет. Если что, через плечо, все классное, все новое, ну практически. А что такое, я не понял, это подсвечник, да, раз таки, да, халабысь такой подсвет, да больше даже, халандысь нахер. Все, огромный, в дуло так засунули, там специальная насадка, острая, которая будет типа держать. Забили его туда, включили, все, практически неделю горит, тут бубенцы свисают, короче. Ну все максимально грамотно сделали, с подставкой, ёперный балет, какая нахер, 50 рублей. Надо, надо, 50, все, да, да, все для вас на максималочку. Значит, Лариса Бондарь. Также лоханулись, мы, короче, ночью не спали, бухали, бухали, короче, чувствовали вину, чувствовали на максималочку и решили, короче, временно сбить оскому и предложить вам за 5 рублей 6 абсолютно новых стопочек, таких маленьких, да, не современные, но не новые, 5 рублей даете, мы сглаживаем с вами ля-ля-ля-ля, но если вдруг будут те самые стопки хрустальные, которые вы уже нихера себе не помните или забыли, а мы напомним, мы вам типа взяли и продали их в магазине, а вы бронировали и уже все, и не успели, понимаете? Короче, мы ошибку там допустили, очень-таки сложную, и единственное, что мы можем сделать, это вам сделать подарок за 5 рублей, вы такие раз, ой, спасибо, слушайте, ну вы такие милашки, вы просто непревзойденные, капец какой, забирайте, это ваше, это ваше. Смотрите, ребят, ёперный балет, это же просто воздушная пара, просто на максималочку, чайная. Вы такие захерачили, хоба такие. Ну вот, вы, ну вы видите ж, какой непревзойденный, красивый максимум. И здесь, но в чем? Здесь проблема, ребят, я, короче, нихера себе. Да, здесь есть скол, ну хорошо, я ее выброшу. А может и нет, давайте вот, пусть она лежит, хорошо, давайте вот, я хотел это сделать по... Поняли, да? Вот так вот. И вот так вот. Поняли? По 50 рублей я хотел сделать. А теперь я сделаю все за 50. Вот это вот. Все будет ваше за 50 рублей. Начальная стартовая цена. Все кружечки максимальненько такие, знаете, немножко легкого БУ, если что. А там небольшой сколик на одной тарелочке. Забирайте, торгуйтесь, предлагайте. Абсолютно все вам. Все вам. Все, что вы здесь видите, это все будет ваше. Дальше. Проверил этот обогреватель. Нихера себе, он такой... Он, короче, включил я его. Он, зараза, советский. Начал там что-то покраснел, короче. Греет, типа УФО такой. Ну, короче, 100 рублей. Да, 100 рублей. Он там поворотный такой, видели, да? Такой весь сам с собой играется, классный. Дальше, телек. Я включил, проверил. Он шумит, шумит, шелестит. Ну, нихера показывать не хочет. Чего я не знаю? Я все кнопки переклацал, покрутил тут ролик, нихера не работает. Антенна здесь, правда, немножко неважнецкая. Ну, вот она, вот как, насколько. Дальше она не вылазит. А, она вылазит. Смотрите, нихера себе растет как. А, какой он здоровый стал. Какой он стал большой. Антенна, да. Хотите?
50 рублей. Кто с руками, с головой, а у нас они у нас все практически с головой, кому надо, берете. Там что-то подшаманили, конденсаты, все дела за максималочку. 50 рублей начальная цена, если что. Ну вот, собственно, и вся всякая всячина. Ребят, я по поводу той кружки с дырками. Чтобы вы понимали, я эту кружку домой брал с ночевкой. Ну мало ли что, я с ней спал, потому что, не дай бог, там же ж 330 рублей. Человек максимально боролся, и я такую ответственность чувствовал, что я взял ее с собой домой, чтобы она никуда в магазине не делась. Представляете? Вот так вот, ребят. Что там дальше? По долгам мы все порешали. Значит, так, это все есть. Ну, короче, я все, в принципе, сказал. Камера не работает, но вы сами знаете почему. Я, может быть, вам предложу, может быть, мы начнем собирать бабки на новую камеру и как бы все вместе. Кто сколько даст? Не, ну мы не то чтобы попрошайки, мы типа вместе, совместные силы. Мы такие раз покупаем и на максималочку. Вот, собственно, как-то так. Ну то потом. Подписывайтесь, чтобы нихера не пропускать. И обязательно поставьте лайк. Всем пока. Нужны деньги? Это к нам! В Луганске открылся новый магазин барахолки «Третий километр». Скупаем у населения все, что нужно, все, что можно и очень срочно. Барахолка «Третий километр». Купи дешевле, чем у всех. Подробная информация и схема проезда магазина «Третий километр» на развороте газеты «Экспресс-клуб».